Я разволновался, даже читать не могу то, что мне написали. Я могу одно сказать. Я благодарен, во-первых, за ту награду, высшую награду Казахстана, которую мне вручил уважаемый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Но еще больше меня трогает то по-настоящему искреннее братское отношение, которое я каждый раз вижу со стороны уважаемого Сандабища. И когда могу сегодня открыто сказать, я каждый раз езжу на встречи с Сандабищем, как на встречу со своим братом, близким человеком, который всегда меня выслушает, подскажет, как поступить в той или другой ситуации, особенно в трудной ситуации. Когда мы разговаривали в узком кругу, Сандабищ даже, видимо, не хотел, чтобы я как-то что-то просил или выпрашивал. Он сам все вопросы поднял, поставил и сам их решил. Это, конечно, трогает, я вам честно скажу. Особенно в политике. Всегда политики стараются как-то выторговать что-то друг у друга, что-то дать и что-то еще большее выпросить. И то, что Агай, по-настоящему наш Агай, эти вопросы сам решил. Есть у нас такая поговорка Кыргыздарда: «Колдо бар алтындын бар кыжок». Это по-русски можно перевести так, что «что имеем, не ценим, потерявши плачем», как говорится. Поэтому я бы сказал бы, я признался в узком кругу, я всегда жалел о том, что не у нас первый президент был Назарбаев. Вы все-таки цените, берегите своего президента. Thank you.